Дорогие друзья, всем привет! Мы сегодня с вами приготовим вот такой сытный, вкусный, аппетитный салат из печени. Вот такая красота. Салат очень интересный. Его можно готовить как и повседневная пища, так и на праздничный стол. Разлетается очень быстро. Для салата нам понадобится печень, огурцы маринованные, лук, морковь. И заправим все это майонезом. Практически все мы порежем соломкой, а лук полукольцами. Все я подготовила. Теперь лук поджарим на сковороде до золотистого цвета. Потом немного морковь. И огурцы. А огурцы для того, чтобы испарилась лишняя жидкость, потому что она в этом салате никак не нужна. Вот лук практически готов. Теперь я отправляю морковь и посолю и поперчу. Теперь в эту же сковородку я отправляю огурцы буквально на 2 минутки. Главное, чтобы ушла влага. Ну вот и все. Влага испарилась. Донышко практически сухое. Теперь собираем салат. Печень, лук с морковью. Тоже стараться жидкость, чтобы здесь осталось. Теперь огурец. Такая у нас прекрасная салатная масса. Теперь осталось нам добавить майонез. 3 ложки майонеза. Майонез домашний. Вот такой интересный у нас салат получился. Сытный. Вкусный, аппетитный. Если кто-то хочет подсолить, то естественно подсолите, хотя здесь присутствуют все ингредиенты, в которых достаточно соли. Лук и морковь, когда мы жарили, мы тоже ее подсолили. Печень, естественно, нужно варить в подсоленной воде, поэтому, в принципе, соли добавлять не нужно, а там смотрите сами. Если вы салат будете готовить на сегодня, то, естественно, жидкость сливать не нужно. Это только в том случае, когда на завтра. Салат готов. Я его украсила еще зеленью. Зеленью можно украшать любую, какая у вас есть под рукой. На этом, друзья, всем пока. До свидания. Готовьте с уверенностью. Готовьте с любовью. Всего вам доброго.